Еще одна ошибка, которая может стать роковой, это недосмотр за отходами бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Экологи межрегиональной общественной организации «Зеленый фронт» уже обратились в прокуратуру. Поводом стали сообщения от жителей города. Они говорят о том, что из-за проливных дождей опасные отходы из карт-накопителей выливаются на почву. И все это происходит в километре от Байкала. Специалисты опасаются попадания стоков в озеро, что может грозить значительным превышением предельно допустимых концентраций самых разных опасных веществ. Именно поэтому экологи обратились в прокуратуру с просьбой взять ситуацию с картами-накопителями БЦБК на контроль, а также разобраться, верна ли информация о том, что отходы выливаются на почву. Раньше надзорного ведомства ответ поспешили дать в региональном правительстве. Сегодня вода не доходит до уровня шламоотвалов, до верхнего уровня шламоотвалов на картах БЦБК, бывших картах БЦБК. Так что, в принципе, ситуация там стабильная. Впрочем, благополучной ситуацию с отходами бывшего БЦБК назвать язык не поворачивается. Проблема в том, что до сих пор не выбран способ утилизации отходов. Их на территории площадки свыше 6 миллионов тонн. У правительства региона есть претензии к генеральному подрядчику, который занимается разработкой проекта, компании «Росгеология». С ней даже собираются расторгать контракт. Но последнее слово в этом вопросе остается за Федеральным министерством природных ресурсов. Пока, как нам сообщили в правительстве Иркутской области, ответ от него не получен.